Всем привет! Здравствуйте! Всем привет! Меня зовут Сеня. Здравствуйте всем! Здравствуйте! Всем привет! Но вы на канале, я не помню, как вы. Господи, уже научился. Меня зовут Сеня Великой Сергеевич. Как тебя зовут? Еще теперь это уступай место другим. Батя, болтай, пора начинать. Поздоровайся, все нормально. Я поздоровался, нормально. Я Тимофей Николаевич. Ну, я Тимофей Николаевич. Мутовин. Мутовин. Ты сейчас занимаешься блогерством? Угу. Когда? И что? Нас сегодня как раз учили еще речи. И Сеню. Все, отлично. Так, а кто тут еще у нас есть? Сеня Мельников. И Дарья Александровна. А что, ты же уже блогер, у тебя язык подвешен. Так, перед вами Дарья Александровна, та самая моя племянница. После 10-часовой работы она пришла, моя племянница, она пришла для того, чтобы собирать посылки с косточками для вас. Ну все, начинаем наш вебинар. Это была группа поддержки, ради них мы и живем, старшее поколение. Так, ну поехали. Значит, смотрите, юбилейный фактически вебинар номер 60. Так, но прежде чем вам это все показать, все, что я приготовил, я обещал вам сюрприз. Сюрприз будет сейчас. Значит, я вас прошу, то, что я вам сейчас покажу, не читать. Просто посмотреть и определиться для себя, вам это надо или нет. Потом от вас какие-то придут комментарии, когда завтра на свежую голову посмотрите. Если это достойно внимания, а это не шуточное все, что я приготовил, так, тогда разберем на вебинаре. Нет, сделаю отдельный фильм для тех, кому это интересно. Сейчас я вам это покажу. Держите за стул. Все это. Только не было бы этого, этой передачи, ну сколько, 5 минут, если бы не вот эта фраза. Вот, теперь я быстренько листаю, читать не обязательно. Вот, я хочу вам это самое, чтобы вы посмотрели на все моими глазами. Так, еще раз говорю, можете сейчас не читать. Эта тема особая, так. Вот, вы даже еще не представляете, о чем пойдет речь. В следующий раз. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что это когда-нибудь, да не когда-нибудь, оно уже вас коснулось. Оно уже вас коснулось. Оно уже вас коснулось. И, наверное, вот это все, что я хотел вам показать на данный момент. Ну еще вот это. Все. Пока на этом конец. Сейчас переходим к нормальному вебинару, привычному. Потому что то, что вы сейчас видели, это может какое-то даже отторжение вызвать, потому что на данный момент или наука это скрывает, наше происхождение, или она этого еще не знает, так же как она до сих пор не знает, что такое.